토끼보다 Учиться на квайт работать. Я как квайт вспомнил. Наелся лет, ну и с лодки нырнул. Лед не выдержал, оторвался. А он хлебанул воды и дает. Хлебанул квайт. Вообще капец. Может это тот же этот муравей просто вырос на лапке. Ну паук это ж как, к чему там удача. Можем разогнаться. Потому что уже как бы смотри природа какая, как он видит. Макс, не останавливайся. Блин, Макс, все сбиваешь с собой болтовни. Давай, греби один. Ну, мы пока до полотенца дойдем. Нет, потому что ты в машине. А все будут идти? Открытой головой. Да всем-то что там, волос ни у кого нет. А, не, ну я Яна, я и вас не имел. Тем более Яна впереди сидит, у нее там свой микроклимат. Да пока будем ходить, сейчас пока тусим, мы еще высохнем без тебя. Купание такая кульминация, короче. Ну да, да, конечно. Пока плывем, вот я ни разу не выращиваю. А что, ты ни разу тут была, сколько не выращиваешь? Ты ни разу не ездила в фруктовые сады? У тебя часто выходные? Ну раз в неделю есть? Да? Мы просто это... Так, сейчас были... знаете, ребята, что... Я хочу посоветоваться у этого... Идем по краю, по вот этому. Ну, чтоб туда нас на дерево не занесло. Давайте погребайте, погребайте свое. Мы прям в логике берега этого просто. Он апекс, смотри, слева. Угу. Сейчас мы почти проходим. Давайте, давайте все правильно. Ну чтобы внимание не крутиться. Тут кто-то повесил тряпок, а это поднимается только на дерево. На дерево цепляется. Да, бывает вот такая вода, смотрите. Да, ага. Вот по такой воде не пить, это да. Так, вода, поднимаем тряпку. Пока не сгребать. Да. Зима. Ну, да. Они еще в черном постоянно ходят. А за мной гребем. Сейчас по центру держаться. Да, это не так, там ровненько. Какая-то палка еще. А сколько бамбук растет в день? Что-то мне какую-то цифру говорили. 50 сантиметров? Хорошо, в микрофон бывает бамбук растет. День. А, ну пытка же бамбуком, точно. Под человека высаживают бамбук. Точно, он прорастает. Ты вам оттуда говорил, что не надо брать, не надо брать, нет.
там. А ты что, тот стакан вылил или что выпил? Конечно, вылил, милые пацаны. Закрой. Нет ничего. Закрой, закрой. В смысле нет ничего. Так, головы, очки. Очки тебя. Не, я говорю, берегите. А, точно, точно, головы, головы. Ну там, бобры построить плотину. Так, обожди, туда? Ну да. А куда еще? Замепайте. Куда, куда? Сюда? Да? Ну, Макс, ты долго вообще? Да, ты на просто смотри, куда есть, вообще можно поплыть физически. А там тоже за пруда. А кто хочет в лоб бамбуком получить? Ну тоже получим. О, прикинь, как там оказалось? Давай, Дэн. Да я могу. Да, подключай. Нам не на палку. Смотри, что он готовил. Была же вот эта, блядь, другая река, а он нас по этой повел. Правильно. И что, жалобу подадим и все. Обманул. Так, это вам надо погрести. Да. Игорь, вы в гордом одиночестве, короче. Ну, естественно. Поднакачаться. Поднакачаюсь. Может, я обожаю. Одна рука. Ян, а вот мы всегда жили вот на Джамтьене, где Пинакл, где Амбассадор. Она не знает, а откуда ты знаешь? Я не знаю. Ну туда далеко. Вообще, далеко. И там сдают катамараны, ну, чтобы гонять на парусах. А что-то по Джамтьену прошли, вообще ничего не сдается, только эти. Там купают, пляж можно на Джамтьене. А вы просто прям прошли, да? А? Просто прошли посмотреть, ну, по поводу аренды. Катамараны? Катамаран? Не, просто хочу погонять, я каждый год гоняю. Мы просто были не на Джамтьен, а на Джамтьен. На Джамтьен перед Амбассадором. Там вообще не людей никого, и там много пляжей, и вот эти вот как раз эти катамараны. А здесь только досточки. Ну, тут только доски дают для серфинга и все. А у меня спина больная. А вы с какого отеля забирали? Что-то пул? Ватерпарк что-то. Ватерпарк, хороший отель? Ну, это не отель, это кондоминиум, там апартаменты. Наверху бассейн и все. Наверху бассейн. Ну, есть, такой бассейн ты там, блин. Спортзал, наверное? Да. А спортзал есть, да. А что у нас на четвертом этаже в отеле? Тоже, ну, 1.5 метра бассейна всех такой. Ну, в Пинакле хорошо, но дорого. Мы просто в этот раз решили, что будем ездить, поэтому дешевле по отелю взяли. Ну, мы тоже недорогой, на самом деле, взяли. Потому что Пинакл, там как бы ценник такой серьезный, думаешь, ну... Там только если приезжают вот европейцы, и они там чисто отдыхают, что? Никуда не выходят, на территорию купаются. Там можно, там три бассейна, своя береговая линия, и вот они там это, фюрер этот бесконечный, 4 года подряд, ну все, хозяин немец, и соответственно приезжают французы, немцы, ну все такие, мы их всех знаем, ну один фюрер ходит такой, прям с этой быстрее, может быть разгонят? А вон у нас есть это. Ну пускай время, да, все, куда-то. Я собак. Окей. А тебе же паук, то паук, то он уже со шлем спал. Пусть идет. Да пусть идет, у меня доза смертельная для пауков принята. Ну, чем такой разговор, сейчас с тобой ясно. Стакан нахлобучил, там была полная бутылка. А вот такие цветы падают красиво. Где? Я думала, это бархатцы. Мне кажется, это какой-то... Такие бархатцы, ну как чернобрифты такие. Мне кажется, это набросали. А? Красиво там. Мне кажется, что это набросал. Эй, ты что сделала? Наверху на дереве растут. Мила, ты что сделал, да? Ты что делаешь? Бутылка. Ты всю бутылку выпил, уже поимей совесть. Тут полглотка оставалось, уже ладно тебе. Я тем более поплавала. Инструктор, да, я просто угораю, блядь. Да. Вот так вот сидишь дома. Это самая красота. Я всегда удивляюсь того, что дома сидишь. А ты мало говоришь. День прошел и не заметил. Ну как бы день прошел, два прошел, как будто ничего не прошло. Да. А тут два дня пройдет, уже столько всего посмотришь, уже оп, в
время растянулось, ну, да, уже полжизни. То есть, не, ну, естественно, путешествия, если... путешествия как бы продлевают вот это вот время. Ну так потому что прилетели в 2:30. Ну хоть в 2:30, хоть нет. Ночью. Когда? Ну вчера. Вчера? Ночью. А, вы только-только прям? Ну вот вчера. Пошли, ну чтобы не в гостиницу, пошли апартаменты сняли. В апартаментах до 12 погуляли там туда-сюда. Потом здесь Джанкен. А да, да это не фрукты, просто... А, фрукт, фрукты я вижу. Здесь Джанкен прошли. Потом пошли на ночной отрыв. Того, что... Дома сутки пройдут ничего, вчера столько находились, сегодня тоже так все насыщено. Два дня, дома что-то два дня, выходные пройдут и не заметил. Что вообще было? Конечно. Да, да. Мы каждый раз, когда 10 дней там съездишь куда-нибудь, там, в Италию, куда-то съездишь, переживаешь, целая жизнь. А что за 10 дней ты не можешь? Ничего, поэтому надо ходить. А там тоже мы ездим на этом, на автобусе, ну, как это, А сколько до Италии лететь вам? Нам нужно Москву, мы все через вам прилетим. У нас проблема с Москвой. А, ну, с Италией у нас проблем нет. Проблема настолько с Москвой. Вот так вот. Ну простите. Там... А вот кто-то добирался. Да там дело все. Есть какие-то маршруты, по-моему, из Алматы. Перепад во времени очень большой. Еще это, то есть, ну, все равно с 30 часов получается. Часов. Что 10-12. Мы летим 9 часов. А разница во времени у нас 7 часов. И вот мы, допустим, вылетаем. Ну, так получается, вылетаем, мы, допустим, вечером, в 8 вечера. Вот мы летим, 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 9 часов прилетаем.